Добрый вечер, друзья. Позавчера был день памяти Александра Борисовича Градского. Я написал небольшую заметочку такую, что Градский от излишней популярности никогда не страдал. Ну, здесь отзыв. И мне там в комментах рассказывают про вот этот сериал, который у Малахова. Уже две передачи было, где делят наследство Александра Градского, где там всякие намеки про то, что Марина Каташенко его чуть ли там не погубила, намеки на толстый, на то, что последний ребенок у Градского от Андрея Караулова, соседа, подача в Новоглаголево, вот, и всякая вот эта прочая грязь. И там спрашивают, почему я вот как бы не участвую в этих ТВ-шоу, потому что ни один друг Градского туда не пошел, ни один, во всяком случае пока. Никто вот не соблазнился этими гонорарами. При всем моем уважении к Маргарите Пушкиной, допустим, которая там участвовала, она знакома с Градским давно, гораздо раньше познакомилась, чем я, и они сотрудничали и поддерживали отношения, но она не была подругой никогда. Я повторю, что ни один близкий друг не участвовал в этих передачах. Под близкими друзьями я имею в виду тех, с кем Саша и с семьей вместе ездил отдыхать, проводил праздники, в том числе и семейные, там, Новый год встречал и так далее. И влезать вообще в это мне нет никакого желания, потому что я знаю, что Александр Борисович больше всего хотел, чтобы его дети дружили. И были вместе, чтобы два мальчика маленьких, ну, относительно маленьких, младших, которых родила Марина Каташенко, чтобы они обрели старшего брата Данию и сестру. Я понимаю, конечно, вот все эти моменты, что Марина Каташенко, она младше сына Градского Даниила, все на 2 года старше Марии Александровны. Дочери. Это все понятно, ну, такова традиция в нашем шоу-бизнесе и в бизнесе вообще, да, вот берут молодых жен. Ну, не будем мы сейчас об этом говорить и как-то вот это рассказывать. Речь о Градском, о его детях. Он больше всего, повторю, хотел, чтобы все как-то ладили. Я сейчас просто покажу небольшой видеоотрывочек, это я снимал на одном из праздников, это день рождения был Градского в ноябре, уже не, сейчас не вспомню какого года, давненько. Обратите внимание, там за одним столом сидит Марина Каташенко и Ольга Фартышева, матери его детей, официальная вдова Марина, ну, с которой он не был, естественно, тогда расписан, и бывшая жена Ольга, с которой он был разведен. Там Марина сидит по правую руку от самого Саши во главе стола. А Ольга появляется где-то на отметке минуты 45, минуты 50. Я попросил, мы про Битлз там говорили, попросил Сашу спеть Yesterday, битловскую. Вот, и записал этот фрагмент. Там ничего ни сенсационного нет, ничего. Просто это эксклюзив, что это никто никогда не видел. Вы первые сейчас это увидите. Но я к чему? Еще раз повторю. Вместе они сидели за одним столом. Марина Каташенко, Ольга Фартышева. Мне бы очень хотелось бы, чтобы они как-то вот все вместе и сидели все за одним столом. С детьми. Ну да ладно, поживем, увидим. Конечно. А по 10 рублей? По 10-15 тысяч рублей, я думаю, нормально. Хоть в чем еще можем спеть такое тихое? Yesterday. Помним? Ну, возьми тональность, какую вы играете. Старый клёв. Yesterday. All my troubles are over. Да, не диска. Нет, там. На терцию выше. Yesterday. Это закон. Это какой ты еще задаешься? Подождите. Костя. А? Нет, а в дом. В дом. В дом вашего, в оригинале. В
yes, today. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. So, yes, today. Squeeze one. Sadly. Now I had a letter and you speak. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Either way, oh, I believe in the yesterday. Нет, в гармонии должен быть субдоминант. Та-ра-та-та, там-ди-ди, суды, там-ди-ди. Вот он, Гоша. Не репетируй. Не репетируй. Сыграй мне чардаш, а? Кость, пожалуйста. Пара.